Партнер проекта – компания ООО «Пармаупак». Добрый день! Стоимость квартир в новостройках Перми в течение июня оставалась стабильной. За исключением Ленинского района, где средняя цена выросла на 5% в связи с началом продаж квартир в доме по Советской 26А. В этом районе продаются самые дорогие квартиры. Средний показатель в июне почти 83 тысячи рублей за квадратный метр. Вторую позицию занимает Свердловский район. Здесь средняя цена квадратного метра осталась на прежнем уровне – 57 тысяч. Самые доступные квартиры на первичном рынке в Орджоникидзевском районе – 42 тысячи рублей за метр. С начала года жилье, расположенное на окраинах центральных районов, подешевело почти на 3%. Наименьшая цена на первичном рынке жилья за 1 квадратный метр установлена на однокомнатную квартиру общей площадью 42 квадратных метра в индустриальном районе по улице Кедровая, 18, 27 тысяч рублей. Наибольшая – 110 тысяч на однокомнатную квартиру общей площадью 76 квадратных метров в Ленинском районе на улице Монастырской, 70. Аналитики Pan City Group выяснили, что половина строящегося в Перми жилья приходится на два района – Дзержинский и Мотовилихинский. Еще 20% возводится в Свердловском районе. Всего в городе в настоящий момент строится примерно 150 жилых домов, которые планируют сдать в течение 2-3 лет. Это были правила денег.